1 июля очередные изменения в платежных квитанциях за услуги ЖКХ. Тарифы проиндексируют. Максимальные индексы роста будут варьироваться от 2 до 18% по отношению к январю этого же года. Цифры разные для каждого муниципалитета. Они утверждены на основании постановления губернатора автономного округа. Самостоятельно рассчитать примерную сумму можно на электронном сервисе «Калькулятор коммунальных платежей». Добавлю, в соответствии с жилищным кодексом размер платы за коммунальные услуги рассчитывается, исходя из объема потребления коммунальных услуг. Определяется по показаниям приборов учета или же исходя из нормативов. Рост платы за коммунальные услуги в платежных квитанциях с июля не должен превышать индексы роста платы граждан за коммунальные услуги, установленные постановлением губернатора Югры. С начала года таких нарушений зафиксировано не было, сообщает официальный сайт правительства округа.